городу Житомир. Видим, что количество предложений на конец декабря 2022 года 4111 объектов жилой недвижимости. Это первичный, вторичный рынок, что на 30% ниже. Активность по предложениям меньше выставляют, чем это было, друзья, в ноябре месяце. Еще раз говорю, это связано с отключением, очень частыми отключениями света. Переходим социальному жилью, стоимостной показатель, и видим, что за месяц жилье этого класса подешевело на 1,13%. И в абсолютных цифрах составило $526 за квадратный метр. Квартиры эконом-комфорт бизнес-класса, это также, друзья, вторичный рынок, подешевели на 0,44% всего лишь за месяц. И в абсолютных цифрах мы видим, это $678. Ну и переходя к первичному рынку, друзья, мы наблюдаем, к сожалению, ту же самую динамику снижения стоимости квадратного метра. Квартиры эконом-класс снизились за месяц на 0,40%. В абсолютных цифрах это $493 за квадратный метр. Первичный рынок комфорт бизнес-класс виден также. Подешевели квартиры этих классов за месяц на 0,13%. И составили в абсолютных цифрах это $747 за квадратный метр, что значительно, в общем-то, отличается, посмотрите, от того же эконом-класса, это также первичный рынок. Итак,